Всем добрый день! Не могла удержаться, чтобы не показать вам схему и как ее вязать вот такой модельки. Ну, не модельки, а образец рисунка. Очень мне нравится. Надеюсь, что кому-нибудь он тоже понравится. Этот журнал старый, Сабрина, еще 2009 года. Ну, узорчик интересный. Для образца нам нужно связать. Вот я набрала 29 петель и 3 воздушные петли для подъема. Пропускаем воздушную петлю и отступив 3, 6, 7 петель от края. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нам нужно связать 5 столбиков с накидом в одну петельку. Один, два, три. 5 воздушная петля. Теперь отступив на цепочке 3 воздушные петли, 1, 2, 3, в четвертую ступаем столбик с накидом. Снова воздушная петля и через одну петельку, одну пропускаем, снова столбик с накидом. Снова воздушная петля и отступив 3 петли, 5 столбиков с накидом в одну петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля. Отступаем 3 петли и в четвертую столбик с накидом. Пропускаем воздушную петлю, снова через одну петельку столбик с накидом и опять воздушная петля. Далее отступаем 3 в четвертую, 5 столбиков с накидом в одну петлю. Воздушная петля и в крайнюю столбик с накидом. Первый ряд провязали. Вот что у нас получилось. Теперь 3 воздушные петли подъема. Поворачиваем вязание. Во втором ряду нам нужно отступить 3 воздушные петли. Вот отступаем 3 воздушные петли. Потом вяжем 5 столбиков с накидом с одной общей вершиной. Вот. Вяжем 1, 2, 3 воздушные петли. Это пошел второй ряд. И вяжем 1. Петли оставляем на крючке. 2. 3. То есть столбики не провязываем, только наполовину. 4 и 5. Вот у нас на крючке образовалось 5
петель, это вот от столбиков с накидом, но и еще вот эта крайняя была, которая у нас на петелька на крючке. Теперь нам нужно их провязать все вместе. Вот так у нас получилась общая вершина у 5 столбиков. Теперь вяжем 3 воздушные петли. Там, где у нас столбики с накидом, вяжем в их верхушечки столбики с накидом. Между ними воздушная петля. Снова столбик с накидом. Воздушные 3 петли у нас идет сейчас. И снова 5 столбиков с накидом с общей вершиной. Сделали накид, провязали, но не до конца. Провязали, одна петля остается. Теперь провязываем их все вместе. 3 воздушные петли. Снова там, где столбики с накидом, над ними вяжем. Пропускаем, не забываем, воздушные петельки. 3 воздушные петли. И 5 столбиков с накидом с общей вершиной. Три воздушные петли и столбик с накидом вот сюда в верхушечку трех воздушных петель. Вот у нас закончился второй ряд. Сейчас нам нужно сделать 3 воздушные петли подъема. Сюда же вяжем столбик с накидом. Воздушная петля. Здесь нам нужно связать столбик с накидом вот по эту сторону, как бы вот шишечки, по одну сторону шишечки, второй с другой стороны верхушечки таких. Между ними пропускаем по воздушную петлю. Ну, воздушная петля идет, вот как столбики закончились. И сейчас нам вот сюда нужно связать 5 столбиков с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом с одной стороны, вот верхушки, и с другой стороны, где общая вершина у нас идет. Снова воздушная петля и нужно нам сейчас 5 столбиков. Ну вот не знаю я, как вообще-то по правилам вяжется, либо из одной, либо можно вот под арочку вязать, но мне больше нравится, когда из одной. Кто как хочет, кому как больше нравится, думаю, в общем-то можно по-разному. Просто когда из одной петельки получается, оно выходит, то они более аккуратненько так вот лежат. Если бы оно было и под арочку связано, то оно бы уже вот так вот ровненько не смотрелось.
теперь воздушная петля, столбик с накидом по одной стороне, воздушная петля, и по другой стороне вершины из 5 столбиков с одной вершиной. Воздушная петля. Здесь нам нужно связать столбик с 2 столбика с накидом. Это для выравнивания узора. Вот. Далее 3 воздушные петли подъема рядышком, вот в эту столбик с накидом вяжем. Теперь 2 воздушные петли, и там, где столбики с накидом, верхушечки вяжем, воздушная петля между ними. Это у нас идет вот 4-й ряд. Вот столбики с накидами, между ними воздушная петля. Вот они получаются через 2 ряда. 3 воздушные петли. Теперь снова 5 столбиков с общей вершиной. 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3, 3, 2, 3. У нас получается как узор, уже более-менее видно. Воздушная петля, столбик с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с общей вершиной. Получается, они у нас будут. И давайте еще пару рядочков. 3. Воздушная петля. Теперь нам вот нужно отсюда вязать 5 столбиков с накидом из одной вершины. Здесь из одной точки нужно, из одной петельки,
сейчас 5 столбиков с накидом с одной общей вершиной. Воздушные петли, теперь столбики с накидом, пропускаем воздушную петлю между ними, 3 воздушные петли, 5 столбиков с общей вершиной, 5 столбиков. Здесь буду заканчивать. Узорчик уже видно. Вот такой узор. Еще вот для того, чтобы расправить его, может быть, и все, чтобы выровнять его весь узорчик, я его растягиваю так по диагонали в одну сторону и по диагонали в другую. Некоторые узорчики значительно сразу выравниваются. Вот такой узорчик получается. Можно его использовать в любой модельке, даже туника, ну, неважно там, кто как решит.